каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам и покажу интереснейшее место в Москве. Это Измайловский Кремль. Измайлово – культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах поблизости от исторической царской усадьбы Измайлова. По состоянию на 2018 год Кремль в Измайлове состоит из 9 музеев и выставочных площадок. Кремль представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество 16-17 веков. В культурно-развлекательном комплексе проводятся городские праздники, ярмарки и фестивали. А это настоящий огромный блошиный рынок. Это настоящий военный бинокль. Весь день я провел в Измайловском Кремле. Мне здесь очень-очень понравилось. Но пора домой. Я прощаюсь с вами, ребята. До следующей встречи. Всем пока!